Жили они долго и счастливо. Мам, это неинтересная сказка. Я хочу страшилки. Ты спать сегодня собираешься или нет? Ну, мам! Ладно, есть у нас на чердаке одна книга, но это будет последняя сказка на сегодня. Хорошо. О, вот она. Так вот, сказка. Она страшная? Для всех по-разному. Слушай, в первом царстве, в 39-м государстве, жила-была девочка, ни косы, ни фенечки, по имени Оля. Прям как ты. Да, но не суть. Слушай дальше сказку. Эта девочка любила гулять по лесу одна. И однажды она нашла волшебную шкатулку. О, шкатулка! Походу, клад нашла. Блин, не открывается. Девочка открыла шкатулку и попала в параллельное измерение. А почему так произошло? Да потому что нехрен было брать в руки подозрительные предметы. Все, слушай дальше. Где я? Что со мной происходит? Выпустите меня! Эй, ты, кто ты такая? Что ты там бормочешь? Завязывай! Нет, не смей! Мам, а ведьма сожгла ее, и сказка просто так закончится? Ага, если бы. Слушай дальше. Ты что, не в себе? В средневековье ты должна быть на моем месте. Стой, стой, давай договоримся. Откуда ты взялась такая лошадь? Я маленьких детей ловлю, а ты явно не ребенок. Тебя за версту грехом прет. Да, я 14-летняя мать, и что? И вообще развязала меня быстро. И правда, взять с тебя нечего. Один жир и холестерин. Да ты на себя посмотри. Кожа и песок вон сыпятся. Не съесть тебя, ни ритуал не совершить. Правда, есть у меня один вариант. Хочешь к своей мамочке домой? Я согласна на что угодно, только отпустите меня. Тогда тебе придется пройти 7 кругов ада. Пройдешь их все, вернешься домой и будешь жить. А если не пройду? А как ты думала? Умрешь. Я согласна. Тогда пока. В смысле? Черт, где это я? Это что, пещера? Ненавижу эти пещеры. Ну, куда мне дальше идти? Это точно как в той книге. Они должны реагировать только на звуки. Thank you.
Чё это он? Стой! Ты куда? Может, от меня Рил воняет? Нахрена я эти духи в Ревгоше купила? Это чё, выход? Твою мать, я чё, застряла? Ай, меня кто-то за ногу схватил, помогите! Куда мне дальше идти? Где я вообще? О, кукуруза! Блин, неспелая! А что там за кукурузным полем? Да там деревня! Осталось всего лишь пройти кукурузное поле, и я там. Ну, погнали! Блин, я уже тут 4 часа хожу, оно бесконечное! Блин, мне это уже начинает напоминать какой-то ужастик. О, тут кто-то есть? Ау! Я заблудилась! Фух, наконец-то выбралась! О, дорога! Кто-нибудь, помогите, спасите! О, деревня! Кто-нибудь, где все? Почему здесь никого нету? Люди! Кто-нибудь! Кровотечение из носа останавливать. Все, слушай дальше. О, выход. А это что за дверь? О, что, все закончилось? Я думала, я умерла. Оля, ты посмотри на свои глаза, а? На кого ты похожа? Завтра же идем к наркологу. Мама, почему к наркологу? Потому что шкатулка была отравлена. Мораль сей басни такова. Не бери в руки хрен знает что. Все, спать. Мам, я больше никогда походу не усну.